окна, я тут из окна. Так, смотрю. Сколько еще уровней? Еще 3 уровня, да, осталось? Запись работать не будет, да? Прекрасно. Так, я полез. Все, ребят. Надо выбираться отсюда. А я постою. У меня уж запись не работает. У Дэдпула голос пропал. Заработала, господи. Все, замечательно. У всех все заработало, погнали. Да. Ну там явно туда. А почему я не могу залезть на... Запорик, возьмите. Так ты не запрыгивай, ты просто... Давай, я подниму. Да заберите! Не заглядывай мне под юбку, я сама. Да я не заглядываю, там белые трусы. Да в смысле? Ну серьезно? Я что, это потерялась. Я, говорит, не заглядываю, там белые трусы. Ну, в смысле, там ничего, ни желтого, ни коричневого нету, все хорошо. Или красного, не дай бог. Ты настолько пристально разглядел, да, все ясно. Белоснежные просто, белоснежные. Ну, это же Туби, у нее так и есть. Так, давайте я уже... Ксюха, ну, отцепись, Ксюша! Я отцепись! Не... Да... А дайте пройду, пожалуйста. Она... Дайте, пожалуйста, пройду. Да что ты делаешь? Па-па-па-па-па. Локтем своим зацепилась. Слушай, она в него в окно, не? Шучу. А, нет, да нет. О, вот топорик. Кидай. Да нет, не может быть, да, бред какой-то. Надо за ручку взять. Там по-любому секрет какой-то. Давайте вот это разрубим. Так, мы оттуда пришли, алло. Мы оттуда пришли разве? Откуда? В смысле, вон там, где окно. Где окно? Мы из окна вылезли. Из окна. Я говорю вот про это. Что там? Да вот там, вот вперед, вот вперед. Да. Вы что, топором не умеете обращаться? Боже мой, ну-ка отойдите. Ой, дровосек, давай. Зачем вообще? Сейчас я все устрою. Вот берешь вот так, оба, и тащишь. Ать! В другую сторону, нет, не получается. Давай, бери топор и руби. Так, окей. Бери топор, руби, хардкор! Жопочник висит. Так, и начинаем рубить. Надо за ручку взять. Обязательно за ручку. Ну а как ты? Ты поднимешь топор нормально рубить, если ты... Еще одной рукой, да? Лен, скажите. Я не то нажал, извините. Давай. Что он делает? Я помешал вашему интиму. Топором. А? Топором. Джек, ты умеешь рубить дрова? Да точно, ну. Я умею. Я дровосек. Да, ладно. Занимайтесь этими делами сами. Делами. Ну я наверх полезу. А, он пошел. Посмотрю, что там такое. Я на разведку, да. Да блин, я за это цепляюсь. Так. Как вы на это залазите, не понимаю. Что? Опа! Дратути! Как это разрубить? Ксюша, смотри, я не могу поднять! Надо дрова, наверное, надо запихать в печку. Стой! А зачем топор-то? Ну почти. Теперь, наверное, можно открыть. Нет? Это я-то вообще-то сзади стою. Алло. Ты где? Ты уже про это прошел? А как ты? Он через верх. Зачем ты? Как ты так? Где он? Ну через верх. Да можно было через верх. А можно было, кстати, топором открыть. Ну это же интереснее. Так, пойдем. Кстати, наверное, нужно вот эти вот штуки с собой взять. О, смотри, какой! Как же круто, как же красиво! Замок. Красивенько. На заднем фоне, смотри, какая луна большая. Смотри, офигеть. Офигенно, круто. Игра очень красивая. Я проверил. Это так не работает. Подожди-ка. Воу-воу-воу-воу-воу. Так, я назад нет, вернулся. Нет, это так не работает совсем. Да? Я здесь, со мной все в порядке. Слушай, да. А может использовать доску в качестве... Ту доску, которая с двери. Чтобы кто-то ее держал, и кто-то с кончика прыгнул. Короче. Ну, как, кстати, например. Да. Да-да-да. Все, я взял доску. Держи, давай, я буду прыгать. Да подожди, там вдвоем надо подержать, мне кажется. Джек, ты чё? Ты куда упал? Я кинул! Я не мог тебя скинуть. Подожди. Ложим? Я бы так не поступил. Теперь нужно ее взять. Блин. Где Гомер? А, вот он. Гомер. Как-то
Ребята, вот зачем нам топор нужен. Все, отставить панику. Попробуйте кто-нибудь. Я попробую уже. Дерево срубить, дерево срубить. Оно надо отсечено уже даже. А, кстати... попробуйте. Шурмя, а ты не знаешь, ты не проходила до этого? Ну, почти. Качели. Шаурмяу, ты проходил этот уровень? Скажи, пожалуйста. Шаурмяу. Нет, она не проходила. Я тут же говорила в прошлый раз. По-любому надо рубить дерево. Я только что об этом сказал, да. Так он же говорил об этом. Я знаю, я подтвердил. Давай, я понял. Это, знаете, смотрели же Тимон и Пумба, короче. Когда Пумба подсказывает годные идеи, Тимон такой, я знаю, что надо делать. Да. Подожди, стой, Алекс. Бог, подожди. Ребята, это не пила, откуда это топор. Я не держу, кстати, тебя. Я реально не держу, ты меня схватила. Я уже не шучу, я вот прям клянусь, не шучу. Да я знаю, что это я тебя схватила, я и угораю по этому. Ой, Ксюш, пожалуйста, я тебя за что-то потрогал. Подождите. Ну они нормальные, они не то... Сейчас я тебя потрогаю. Оу. Тихо, я же рублю. Потрогай меня еще раз. Иди ты нахуй. Ай. Так, ладно. Ящики на... А может их... Вот это кто-то в подсечку саму вот эту. В постели, что? Ну это нереально сложно. Какая постель? Где? Ничего. А, все, вижу, рубится, да, рубится. Уйди, страшное чудовище желтое. Да, вот, я вижу, что... Я прям вижу, что она это, уже поддается. Все! Все, все нормально, падает, ребят, поберегись! Тихо! Все, побежали. Ой. Все. Только одному, мне кажется, нет? Ай, тихо. Да я еще дайте. Давай. Я первый хочу. Ладно, беги. Слушай, а может ее кубиками забрать? Нет, не надо. Да, я это сделал. Давай. Может ее... Вот я чуть не упал. Не надо, она сейчас упадет. Ребят, я упал. Я не в самом конце. Ну как так можно было вообще? Как? Ксюха, вставай. Что там происходит? Прошли, они прошли, удалось. Заново рубить там придется. Ксюху задавило. Пойдем. Прикольно, он пробежал, а я такая вместе с бревном вниз. Мне прям бревно упало. Так, смотрите, надо раскочегарить, походу, чтобы... Блин, я эту игру тоже люблю. Ключ сделать. Да, нужно уголь. Венома нету. Можешь меня туда в это вместо ТНТ? Ты не железная же. Кто сказал тебе так? Кто сказал тебе такое? О, подожди, а что такое? Железные труханы только. Ребят, вот сюда меч надо выковать. А, ключ надо выковать. Ключ. Так мы же уже сказали. А смотри, в качестве железа пойдет вот эта наковальня, я думаю, да? Мы ее растопим. Ну, можно попробовать ее, подожди. По-любому ее. А может ее наверх подать? Да, ее надо наверх, подожгла, она растопится. Нет, я не подожгла. Ребят, тут нужна помощь, она тяжелая. Смотри, что они там делают. Подожди, сейчас я подожгу. Опа! В смысле? Давай, почему сохранение пошло? А это... Они зачитерили. Вы зачитерили? Мы не зачитерили, мы железо тащим вообще-то. Что ты там? Куда я? Опа! Печка есть, я раскочегарила. Я не могу. Ксюша, вернись. Я все прощу, да? А где вы добыли железную руду? Наверху. Нет, все правильно, прыгай. Они наверх пошли. Я думаю, в качестве железа можно вот ее попробовать. Волки воют. Нет, железо вверх надо, мне кажется, кидать. Я не могу ее поднять. Смотрите. Помогите кто-нибудь. Подожди, сейчас я тебе помогу. Это камень, это не железо, вы что? А может это железо? Нет, вот железо у меня в руках. Смотри, вот какое хорошее железо. Ну не знаю. Мне кажется, я вот это скину. Надо. Так, ты вылези оттуда, звезда ты. Давай попробуем. Я что, зря старался? Ну вот все заново начинать. Зря. Все. Ладно, кидай теперь. Ну вот еще и камень бросили. Help! Так, помогите. А зачем нам две? А нет.
А, Ксюш, не надо, не скидывай, подожди. Это вниз. Да? А что это? А зачем тут столько камней? Короче, смотри, 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 смотри. Я сейчас приду, сейчас все сделаю. О, вот это что такое? Подожди, вот эта штука. Давай, 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 пожалуйста. Это жару. Смотри, вот это для чего? Смотри, 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 сейчас все будет, смотри, сейчас все будет. А, ребят? А? Мне нужна ваша поддержка. У меня проблема. Ты горишь? Кто-нибудь вытащите отсюда наковальню, я не могу вылезти. Ты застряла? Да. Забавно. Надо вот эти камни сейчас поскидать, помогу. Короче, поняла? Вон туда. О, она горит! Кошка горит! Кошка не горит. Я думаю, чем так пахнет? У кошки горит. Кошатья шерсть. Знаю, я тебе на шоту скидывай. Вылазь, давай. Пытаюсь. Шерстка сейчас горит. Так, видишь, я тебя спас. Может быть, все-таки эти камни туда? Пора носить камни. Все, почти. Пора. Ну все, все, он сейчас будет плавиться. Красавицы и кубку. И куку. Да я говорю, все-таки наковальню надо. Зря вы эти камни сюда притащили. Вот не зря. Ребят, не зря тут наковальня есть. Зачем она нужна? Ее надо расплавить. Мне кажется, тут не она нужна. Блин, это уголь. Это не железо. Я вам сказала, это уголь. Алекс, мы косячим. Так я вам это сразу сказал. Это я говорил. Я про наковальню. Да я думал, он про наковальню. А Джек сказал про наверх. Уголь, а я застряла. Там сейчас я вот теперь вытаскивайте эту наковальню. Вы сюда ее. Ну что, не ори. Так я не ору. Куда мы вообще забрали? Не ори на мать. Давай. О, вот, видишь, да, хорошо. Да, вдвоем подошили. Стой, подожди, давай уголь сверху сюда закинем. А, ну ты пока закидывай, я пока понес. Что здесь? Так ты не там вверху уголь. Сейчас градусы будут прибавляться. Тут как-то надо наверх забраться. Тут как-то нет, подожди, да? Там... Нет, нет, она тяжелая, я не могу. Обнимашки! А вот сюда же, вот. А потом? Ну, я не знаю, раз эти выступы есть, значит... Это, походу, не уголь. Уголь или не уголь? Попы на ёлку. Упорный вопрос. Что-то подожди, оно... вот там дальше жердочка, блин, а как-то туда надо попасть, я не понимаю как. Так, ладно, мы его скинули. Давай, короче, я с одной стороны, подожди, ты с другой. Подожди. Я уже хотел наверх подняться. Что? Нет. А, да, смотри, на ёлку надо. Я зацепилась! Ух ты ж нифига хорош! Так. Ой, что здесь такое? Я думаю, просто переплавим ее и все. Да, надо идти. Блин, я зацепилась. Тихо. Поднимай, поднимай, давай, давай. Равняй, равняй. Я не могу. Я сейчас упаду. Перетягивайся. Давай, давай, давай. Давай, давай, вот. Давай. Все, отпускай. Нет, не отпускай. Подожди, а что здесь у нас? Я упала. Подожди. Маятник. Надо его маятник. А зачем? Может, его раскачать надо посильнее? А зачем? Там будет for home the bell tolls. Вот это. Так, давай. Опа. Взяла? Поднимаем. Зачем? Я сюда прыгну, наверное. Ну-ка, прыгни на него. Все. Опа. Сейчас, подожди, попробуй. Что-то так, так пойдет? Ну, мне кажется, нет. Но в любом случае, жара мало, видишь, она должна на максимум быть. Надо искать, что можно спалить. Может быть, поискать? Давай поищем. А где они гуляют? Я пойду посмотрю. Они там где-то, а вот здесь, наверное, уголь. Ты думаешь, там уголь? Не знаю, ну тут это тележка. Да? Вот так вот, короче. Ладно, я пока тут разведываю. Нет, как бы нет. Тут Пойдем. Есть... А, вот, надо перебраться, все, я понял. Я упал, твою ж мать. И... Оп. Мне нужна смена обстановки, немножко проветриться. Я так не могу долго на одном. Да, подыши, подыши. Да, пойду подышу. Да. А, Ксюш, тут выше. Там вся движуха происходит, надо узнать, что там. А, туда надо перекинуться, ясненько. Вот это мы паркурщики с тобой, едеть твою. Капец. Иду, 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 иду. Вот это нифига мы высоко уже. Только это, по-моему, все равно не уголь, это камни. Я думаю, это вообще, камни. Представляешь, как обидно будет упасть в самый оно момент? Не, оно не ты будет. Лучше иди к нам, тут весело. А тут очень опасно, между прочим. Я думаю, там в конце надо будет... Джек, вытащи меня. А надо где? Ключ туда, наверное. Нет, вот, нет, вы там... Ключ, там по-любому какой-то... Ключ, ворота напротив. Где? А. Вещу. Угу. Все-таки надо сверху что-то сбрасывать. Да не, здесь еще не страшно, здесь падает, здесь не страшно. Шаурмяу, тебе надо сюда, потому что ты, как эксперт, ты тут оценишь ситуацию. Тут какие-то механизмы. Сейчас.
Так. Вот. А вот здесь, пожалуй, я отдохну, потому что... На этом мои полномочия все. Да, поднимайся и посмотри. Тут какой-то непонятный механизм, я не знаю, что с ним делать. Надо, наверное, зацепиться за него. Алекс, ты с нами? Ты с нами на башню забрался или ты где? Ну, пока не на башне, но я между. Давай. Так, погоди-ка. Смотри, тут надо прыгнуть на этот маленький уступчик и туда. А, я, кажется, поняла, но не упец, ладно. А как вы туда забрались? Тихо, стой! Как вы туда забрались, ребят, скажите, пожалуйста. Здесь колодец. Я жду. Я не понимаю, как они туда забрались. Упал! Отлично. А чё вы... За что ты меня оставил? Это часы! А чё там внизу? А где шаурмяу? Я вижу, что там я где-то... Забралась туда? Ты на самом верху? Подожди, ещё нет. А, вот, Габер, повернись! Джек, назад повернись! Ты тут был, нет? Да, мы тут были. Были? Там а как вы туда попали? Какой-то. Ну да, механизм. Так прыгай вниз. А, вниз? Прыгай вниз. А может, за механизм надо зацепиться? Нет, не думаю. Нет. Механизм этот нужен был для того, чтобы открылся люк. Ой, как тут вы а вы его открыли, да? Я вижу тут какие-то шестеренки. А, здесь за... нет. Шестерята. Сюда. Где они? Мы свалились в колодец. Иди сюда, ты где? Все, я поднимаюсь наверх. Ими время надо выставлять, а какое надо время выставлять? Полночь. Смотри, оп. Я на самом верху. Да, это, наверное, часы, а это минуты. Так, сейчас. Ну, большая стрелка часы. Блин, мне кажется, у меня не получится. Как вот так? Подожди. Можно на елку залезть? Так, подожди. Можно попробовать. Ты куда? Зачем? Не, на елку. Не, они по... Нифига, я мастер просто. Нифига себе, как ты по... Как ты так по елке ходишь? Они полночь не выставляют, тут двигаются. Ты вообще ниндзя, я мака. Тебе надо было человека-паука делать, мяушка. А как вы туда залезли? Я боюсь. Вы слышите меня? Тут полночь не выставляются, тут только они и минутная, и часовая, они одинаково двигаются. Может быть, их просто одинаково надо выставить. Я боюсь. Наверное, надо выставить, наверное, как в серединке, оно не двигается. А нет, двигается, подождите. Так как так? Ребята, я ж падаю. Как ты так? Я так не умею. Я Макася. Может быть, как это? А Адя? Не двигается. А как дальше-то наверх? Вот сюда, ко мне. Я упал, блин, я упал. Подожди, отведеть. Это у нас Алекс, на вот этой. Я тоже упал. Так, подожди. Ты быстро дошел. Как-то надо выставить правильно, не понимаю. Может, кто-то должен внизу... подожди. Я пыталась кататься на маятнике, но... Надо у печки смотреть, что там происходит. Да я сейчас пойду туда, к печке, сейчас я тут... А, ну вот, я вижу, но пока что мало пока что. Можно, пожалуйста, по мне не залазить? Нет, нельзя. Какой-то сложный уровень, тут надо... Я Макася застрял! Весь интеллект включать. Потому что кто-то слишком много ест. Потому что у кого-то юбка слишком тяжелая. Чтобы было голышом ходить. Вот я голышом почти хожу, и все, и мне легко, и прекрасно. Ой, слушайте, красиво. Тут красиво. Луна такая. Я не вижу. Что вы там видите? Так ты запрыгивай давай, увидишь. Вот у меня уже второй раз. У тебя уже второй раз. Один раз не подалась, так что. О, получилось, да, нормально. Второй раз за ночь это мало. О! Вы где? Еще. Еще покрути. Как вы залезли? Алекс, давай. Как тебе? По-моему, вообще ничего не меняется. Вот сейчас, например, 11. Голова мешает мне. Или утра. Вот, привет. Да, вот я не понимаю, вот смотри, что тут крутить, а как ее крутить-то? Куда? Зачем? Я не понимаю, где вы, боже мой. А я наверху. Надо 12 часов. Да они не выставляются 12 часов. Где вы вообще лазите? На одной стороне есть 12 часов. Да? Боже мой, где вы лазите? Мы на одной есть 12. 12. Как вы до туда долезли? Вот это на сломанных часах, вот разбить. Слушайте, а может надо выставить 12 часов? А может их надо один... Так можно, но проблема в том, что он не хочет.
Чем разбивать? Разбивать? Ну вы даете, боже мой. Может быть, на часах повиснуть можно? Ну-ка, двигай. Ну они будут, наверное, двигаться. Не, не двигается. Так. Нет, тут сейчас вот, когда висишь на ней. Ну я вот двинула что-то. К толку. О, боже мой, я не понимаю, как вы так залезли. Так, подожди, это часы, да? А, это ты меня двигала? Да. Жучка. Надо раскачаться. Так, подожди, а вот это мы сейчас что двигаем, вот это? Часы мы двигаем, видишь? Раз. Не, а вот это я что кручу, это я что двигаю? Ну-ка, двигай, двигай, двигай. А если я? Боже мой! Ну вообще прям. Мы в тебя верим, да, у тебя получится, да. Это жесть. Главное, ребят, периодически повторяйте, что мы верим в Алекса. Они выравниваются. Да, выравниваются. Давайте продолжаем. Выравниваются? Замечательно. Это мне уже надоело тут тусоваться. Боже мой. Алекс, ты должен подняться. Падать и вставать, падать и вставать. Пока крутим. Давай ты крути, короче, я не умею. Или смотри, а то я не понимаю. Выравниваются, не вижу, плохо видно. Вот так потихонечку. Вот сейчас, все. Теперь одну крутить, теперь. Да, да, одну на 12 крутите. Вон ту, которую у тебя, давай. Да, Ксюш, ты крути. Возьми нормально. Да возьми! Давай, давай. Она не крутится. В смысле? Подожди. Да, это все, это встало. Смотри, что-то выпало. Смотри, что-то выпало. Ой, вот. Хрень выпала. Смотри. Блин, я не вижу это. Пробили, все правильно, мы давай. Это делаем. А вот это что выпало? Вот это что? Это подсказка, вот назад, назад посмотри. Это то чувство, вот когда вот что-то там интересное происходит, и ты слушаешь это, тебе становится еще интереснее, более заинтриговано. А потом ты пойдешь к нам и посмотришь, что происходит. Алекс, ничего страшного, мы в тебя верим. Ты поднимешься. Мы в тебя верим, ты поднимешься. Вот сейчас все мои подписчики пойдут смотреть, что же там происходит. Вот, 12, чуть-чуть. Во! О, еще пробило! О, вижу, все падает! Все падает! Вон Джек упал! Шаурмя упал! А где Пеппер? Клёво. А вон, все упали. Ксюша, возьми. Алекс. Стой, что? Ты там. Возьми вот эту хрень. Ты там вот уже. Вот желтая, желтая вот эта вот штука. Какая? Как я? Я залезть-то не могу. А где ты вообще? Чуть не вижу. Он там висел. Он висит там все. Все, мне надо рукой зацепиться. На жердочке. Он все еще висит. Ага, все. Ну вот хоть польза от меня небольшая есть. Все, ты взял? Вы забрали? Конечно, взял, боже мой. А, ну, мало вы сомневались? Вы уже сомневаетесь во мне. Я знаю. Нет, я не... Вау! Так, а для чего это вообще? Наверное, расплавить ее надо, чтобы был выплат за золотой ключик. А потом на наковальне нужно, ну, там, подправить, да? Ну, и все, и туда кладем, и все, и оно это должно быть. Закалить, я не знаю. А кто пошел сразу туда? А кто пошел сразу туда? А кто пошел сразу туда? Я, мы с Ксюшей, А, есть уголь, ребят, нужен уголь подбросить. Нет, там не уголь, там можно дрова, но... Все получилось. А вы можете туда доски притащить? Можете наковальню убрать отсюда? Ребят, ну... Она тяжелая. Джек, ты сильно возьми рукава. Блин. Я сильный? Да, вот эту фигню. А кто ее сюда затаскивал? Наковальню. Вот, мы. Вот кому по жопке надавать? Мне можешь. Шаурмя, да, затаскивал с кем. Отлично, да, затаскивали вместе. Тебя свалили на шаурме. Да я шучу, шучу. Нет. Все, иди сюда. Где твоя жопка? Ну-ка. Подожди, моя жопка немножко занята. Сейчас, подожди, хочу туда доску запихать. Сейчас будет хдыщ. Иди сюда. Жопку? Доску. Доску в жопку. Я пытаюсь отодрать доску, вы помните, да? Да. Так, стой. Доску или доску? Блин, да, что ты будешь делать? Доску. Получилось, нет? Сохранение. В смысле? А какое сохранение? Откуда? Огонь пошел? Нет. Блин, ты сам-то зачем залез туда? А по-другому я не знаю, как ее спихнуть. Так может быть ее не сюда, а вот где ключ, типа, ну вот сюда ее положить. Я застрял вместе с ней, ребят. Ну, а нет, ну, в принципе, моя задница не может вылезти отсюда. Нет. Тут нечему выливаться. Откуда она будет выливаться? Сюда положите, пожалуйста. Сюда положите. А, точно, да. А я думал, вот эта труба оттуда будет выливаться. Подождите, у меня жопа застряла. Да ё-моё. Так. Давай. Так. Не так. Так. Большой, да, вот. Легко вам сказать, сами-то попробуйте, это не так просто. Я могу попробовать.
Давай. Давай, сейчас будет как с камнем. Будем перематывать. Не, самое главное зацепиться. Доска горит, доска горит. Кстати, вот этот манометр тут. Она не горит. Она не горит нифига. Да мы зажгли. Камни не горят. Слушайте, а может нам температуру реально еще поднять надо? Так вот надо, только как. Смотрите, смотрите, та-дам. Вот. Чуть-чуть, сейчас. Подровняйте там немножко. Я не умею эту тонкую работу делать. Он ненавидит чужую работу делать, понимаете? По-моему, это так не работает. А-а-а! Она упала. Надо с правильной стороны встать. Так не пойдет, нам нужен уголь. Нам нужен уголь. Где нам его взять? Смотри, там есть пещера, но я туда нельзя пройти. Какая пещера? Пойдем в пещеру. Пойдем в пещеру. Смотри, короче. Вот эта тележка, которая... Смотри там, подравнивай. Я просто не вижу. Нет, ты отпусти вот эту часть, вот эту круглую. Я тут не вижу. И вот слева, справа. Тихо, осторожно. Можно толкнуть, да. Попробуй. Вдвоем там, я не знаю. Давай, попробуй. Я не могу взять. Мне кажется, я на ней просто повис. Руки не слушают меня. Так, ну там точно уголь в этой тележке. Так, хорошо. Ладно, давай пробовать. Давай смотри. Как же это сложно, боже мой. Смотри, вот тут вот наверх можно забраться. Тихо. Поправь быстрее, пока не укатился. Да, все. Почему это сложно так? А я застряла в текстуре. Ты молодец. Вытащите кто-нибудь мяушку. Да я уже вытащился. А, тут камни. Вот почему она не двигалась. Да, вот, кстати, золотой ключик нам и нужен. Что это? Не в ту дырку, симпай? Я свалилась, дай мне куда, ребята. Тихо. Ребята. Куда ты свалилась? Я свалилась в топку сверху прям. В топку? Нифига себе. А где тут что сверху? Тут небо сверху. Смотри. Сейчас. Как это хер... Тихо. Боже. Смотрите. А, вон, да, ровно. А ты так помираешь, что ли? Да. Шурмя, можешь поправить? У нас не получается. Тут немножко надо. Миниатюрная работа такая. Ага. И которую сейчас я запарю. А, я поняла, почему просят меня. Почему? Okay. Потому что если я запарю, на меня можно... Да нет. Все почти. Не поняла, да. Может, головой? Нет, ты чё? Потому что ты ювелир. Когда мы на тебя кричали? Мы же на тебя не кричим даже. Ты что? Да я ж тоже. Золото ты наш. О. Чуть-чуть. Тихо, вот тут. Тихо. Да, Слово паразит. Тихо. Это не паразит. Это благодетельное. Это Узбекистан. Так, я погреться тебе немножечко. Вытащите оттуда, пожалуйста, доску и камень. Зачем? Да. Я не доска, если что, не доска, меня не надо. Пожалуйста, все это говно, а? А зачем? Кроме огоньков, мы знаем, где уголь. Ну да, я уже его достал. О, покажи, где. Я знаю, где. Что-то я тут слишком долго зависал. Так. Все, вот, ну это же шахта, это элементарно. Так я же сразу... Ничего не говорила. Вам всем покажу. Все, ну, хватит угля, вода. Хватит? Два угля здесь. Ну нормально два угля? Я один. Да, черные угли. Все, погнали. Ты куда слез-то? Бери один уголь. Да не надо, не вези ты котелку. Да надо. А блин, ну все испортили. Просто возьми уголь. Так бы было интереснее. Чё, это, да. Да она задолбала меня. А где тут уголь? Достижение бы в Стиме дали. Какое? Дебильное. Какое-нибудь. Дебильное? А где тут еще уголь? Что-то один только уголь? Там только два угля там. Два уголька? А где второй? Один у меня, один в тележке. Тележку? Ну, надо вывалить тележку, давай тогда уже. Бери, взяла? Я ничего не вижу. Все, вот. Я наклонил. Бери. Все, я тебя возьму. Ладно, погнали. Куда? Звучало так, а я возьму тебя. С углем. В угле. В угле. Да. Блин, пойдем. Это серьезно. Я ее положила ровно, она взяла. Держишь уголь? Все, я пришел к Сюхой. В топку всех. Давай. Так, давай. Топите печь. Ну все, мы здесь. Температура повысилась. Мы тут жаримся. А я все равно попробую сделать, как я изначально. Человек третий будешь? Не-не-не. Прожарка. Я что хочу попробовать сделать? Что-то мне чересчур... Не хватило, по-моему. Я чересчур, кажется, прожарился. Да.
Еще немножко. А вот же уголь еще. Ксюх, не сюда, вот сюда. Ну ты что, уголь-то не держишь? Головой меня туда. Прям с углем заходи, что такого? Попробуй закинь, да. Я пока пойду посмотрю, может там еще уголь. Ну все, максимум, все, максимум, да. Смотри, как он раскалился. Он раскалился прям. Да, максимум белка. Я же говорила, надо было сюда вместе с моей жопой запихивать. Я тоже это говорил, я тоже это говорил. Ну я пыталась, я, кстати, положила ровно, а потом она... А потом сказали, что сюда. Я так и подумал, вот эта труба как раз и идет. Это все логически было, вы меня спутали. Алекс, держись за нас, ё-моё. Подождите, давайте как-нибудь один берет прямо. Давайте возьмем мелочь, короче, внесем ее в дверь. А, подожди. Где ключ? Кто ключ? Желательно с ключом, давайте возьмем. Так. Даже... Давай, все, борьба за ключи. За мой ключ. Пойдемте. Эй! Вставляй. Так. Нет, вставлять надо правильно, так не получится. Кого вставляем? Так, это так не работает. Джек сливается с ключом прям, смотри. Да. Можно запутать. Давай, Алекс, давай. Алекс, давай. Ты должен быть не сэмпай. Так, все, сейчас. Алекс. Прикиньте, сейчас он сэмпай будет. Вот это будет. Ой. Тут элементарно. Так, давай. Берешь? Давай, давай. А ты не той стороной в курсе пихаешь? Угу. Так, надо сэмпай, развернуть. Все, мы поняли. Да нет, я же... У тебя последняя попытка в тесте на сэмпая. Давай. Я даже не знал, что, кто это. Это который не в туду. Вот, давай, давай. Ксюха, отойди, мешаешь. Ну, пожалуйста, отойди. Что это сразу? Ну, потому что я не вижу. Тихо. Ага, стой. Чуть-чуть вперед. В бок, окей. Во-во-во, отлично. Проворачивайте, это не моя уже работа. Я, главное, вставил, да, а там уже сами работайте, короче. Так, ну видишь, я же доказал, что я умею и могу. Ой, хорош. Пойдем. Я тащу Ксюшу. Или мы серию будем останавливать? Я отстряла. Ой, я отстряла. Отстряла. Давайте закончим на этом. Все, логическое завершение есть. А да, тут мост. В следующей серии мы будем строить мост. Ну, да, что-то будем делать. Ну все, ребятушки, всем огромное спасибо за просмотр. Ссылочки будут на ребят, как всегда, в описании. Ссылочки на меня будут в описании, на Джека, на Шаурмя. Только на Алекса, на остальных не будет. На всех будет, на всех. До свидания. Нет. До свидания. Пойдем. Пошли вместе. Нет, я уже передумал. Я передумал. Ребят, спасайте. Отпустите его руку, пожалуйста. А так можно перебираться, да, потихонечку вниз? Бдыщ. Все, всем пока-пока. Пускай меня за волоса.